Здравствуйте! Сегодня мы с вами обсудим и разберем тему иероглифических ключей. Ключи – это составная часть иероглифа, по которому можно найти этот иероглиф в словаре. Ключи имеют свое чтение и значение, также часто используются в качестве самостоятельных иероглифов. Если же найти главный ключ в иероглифе, то вы легко и быстро найдете этот иероглиф в словаре. Всего в китайском языке принято выделять 214 основных ключей. Запомните, ключ может выступать в качестве фонетика, то есть определять чтение иероглифа, или же выступать в качестве детерминатива, то есть определять значение иероглифа. Также очень важно понимать, что каждый ключ может иметь как самостоятельное значение. Также иероглифический ключ может выступать в роли самостоятельного простого иероглифа, а также в роли элемента более сложного иероглифа. Давайте с вами рассмотрим примеры, где первый элемент – это слово, а второй элемент выступает в роли ключа.